Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся с вами в станице Гастагайской, которая находится в 18 километров от Анапы. Где расположена застройка из 5 домов. В свободной продаже на сегодняшний момент у нас осталось всего лишь 2 дома – 130 и 106 квадратных метров. Рассмотрим планировку 130 квадратных метров. На первом этаже размещена большая кухня-гостиная площадью 38 квадратных метров. Спальня составляет на первом этаже 15 квадратных метров. Санузел 7 квадратных метров и прихожая 6 квадратных метров. На втором этаже у нас имеется 3 спальни: 17 квадратных метров, 15 и 13 квадратных метров. Площадь коридора составляет 8 квадратных метров. Площадь санузла составляет 6 квадратных метров. Мы используем двухкамерные окна фирмы Эликс, проверенные временем.
А теперь рассмотрим планировку дома 106 квадратных метров с подвалом. На первом этаже расположены холл 3 квадратных метра, коридор с лестницей 4 квадратных метра, санузел составляет тоже 4 квадратных метра. Спальня на первом этаже у нас выходит 10,3 квадратных метра. И кухня-гостиная 27 квадратных метров. На втором этаже дома расположены 3 спальни по 10,3, 14,5 и 11,8 квадратных метров. Коридор у нас составляет 7 квадратных метров. И санузел составляет, так же, как и на первом этаже, 4 квадратных метра.
Если вам понравилась данная застройка наша на улице Комсомольской, заинтересовали данные дома, то вы можете позвонить в отдел продаж, мы полностью вам дадим всю информацию по этим домикам. Или пишите ниже комментариев, мы также на них ответим. Поставьте, если вам понравилось наше видео, лайк и следите за нами. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!